Следователи по всей стране продолжают розыск приволжского маньяка, на счету которого более 30 убитых пенсионерок. География душителя – Приволжский, Уральский и Центральный федеральный округ. В Иванове свой кровавый след маньяк оставил в сентябре 2012 года. Предположительно, именно он задушил 87-летнюю жительницу областного центра. В распоряжении следователей есть видеозапись, которая снята камерой наблюдения в подъезде одной из жертв. Однако поиски пока результатов не дали. Следователи убедительно просят именно ивановцев быть особенно внимательными. Убийцы от 20 до 35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, внешность восточная. Легко входит в доверие. По последним сообщениям свидетелей, его видели в одной из маршруток нашего города 2 недели назад. Будьте бдительны, будьте внимательны, берегите своих пожилых родственников, предупредите их об этом. Данный человек достаточно легко входит в контакт, легко общается, и жертвами становятся, как правило, женщины пожилого возраста. В основном это 40-го года рождения и старше. Жертвы, как правило, опять же, проживают одни, соответственно, близкие родственники не могут оказать им содействие.